Привет, друзья! Продолжаем карьеру за Манчестер Юнайтед в PES на самом высоком уровне сложности. Сейчас у нас Кубок Англии. Незначимый соперник, это значит, что показываю я только голы в связи с недавно изменившимся форматом серии. Поэтому ждите только голы. 1-0, Неймар. Спустя почти целый тайм я все-таки забил. Хороший пас от Шоу, и Неймар пробивает ворота. 1-1. Забивает мне какое-то говно. Неожиданно, кстати. Два один. Вот так вот. Моя ошибка, и вновь впереди. Одна из команд на этот раз уже South Yorkshire Blues. They've come out of the dressing room firing on all cylinders now. We could be in for quite a second half of it. Прострел 2-2. Но это было очень просто. Мемфис Депай с передачи. Депай 3-2. Ну, я говорил, что то, что повели в матче вот эти вот аутсайдеры, это ненадолго. Надо просто мне было перестать страдать какой-то фигней. Ой, Депай, какой проход, умничка. Шикарный гол Мемфиса. Забей! Изи гол. Эден Азарс, передача Депая. Неплохо. Вполне неплохо. 3-5. Все. Я вам так скажу, друзья. Без особых проблем я прохожу дальше. Статистика перед вами. Я абсолютно доминировал. Ну, победа была делом времени. Теперь вообще какая-то непонятная Лига Чемпионов против... Ну, я такой клуб-то даже не знаю. Мачидегна какая-то, короче. Тоже только голы. Изи. Изи 1-0. Неймар. Потихонечку возвращает свою форму. Ух ты! Эден Азар, вот это было красиво. 2-0 в девяточку. Бельгиец отправляет мяч. Ой, забивает Мачидегна. Говнецо какое-то залетело. Ну ладно. Сам привез в очередной раз. Сам дебил. Ух, Марсиаль, красиво. 3-1, камбэка не будет. Энтони Марсиаль. Ну что ж, на этом все. 3-1, побеждаем Мачидек. Ну, 3 тура, 3 победы в Лиге Чемпионов. Очень хороший результат для нас. Эта серия у нас вообще такая получается, по сути, без обзора матчей. Один ноль. Открывает счет Вестон. Сейда Бераино. Провалилась моя оборона и забивает англичанин. Да, 1-1. Эден Азар. Шикарнейшее исполнение бельгийца с левой ноги, кстати. Всего не рабочий, но все же. Важно было перед перерывом отыграться, чтобы у нас были 45 минут не на то, чтобы отыгрываться, а на то, чтобы победить. Ой, какой проскок! 2-1. Это уже кто? Неужели снова Азар? Нет, на этот раз Неймар. Ошибся игрок Весткома. Я говорил о том, что очень важно будет забить до перерыва. Мы это сделали, и тут же после перерыва сразу же забиваем второй. Полная дизмораль у Вестхэма. Ой-ой-ой, Эден Азар, мне кажется, ставит точку в сегодняшней игре. Шикарно пробивает ближний угол. Я даже, пожалуй, повторчик посмотрю этого удара, как так получилось. Хороший пас по дуге, и Азар, ну, вратарь, ближний угол, ё-моё. Добрый вечер. Все,
С трудом, но доиграли игру против Вест Хэма. Очередная наша победа в чемпионате. Все пока что складывается очень даже хорошо. Теперь у нас Астон Вилла, насколько я понимаю. Команда, которая в реальной жизни уже вылетела. Я не знаю, сколько серий получится в... сколько матчей получится в этой серии. Наверное, очень много. Опа-на. Пстец, что сейчас залетело? Какой бред, раз какой-то забивает. В общем, я сам себе привез. Один-один. Заталкиваем мяч в ворота, и это Неймар. Депай выиграл мяч на там этом угловом. Пробил дальний угол, отбил вратарь, но Неймар подсуетился и добил. 1-1. Быстро сравниваем. Ой-ой-ой, Поль Погба в дальний угол. 2-1. Шикарный гол француза. Шикарная передача внутрь штрафной. Для него скрытенькая такая. Это уже у нас как традиция, что ли, забивать в начале второго тайма. Ой-ой-ой, красиво, гол в стиле FIFA 15, обыграл вратаря и забил, да, ну, понятное дело, что рассыпалась оборона Виллы, они как бы полетели отыгрываться и прогадали, ничего не скажешь. Ой-ой-ой, 3-2, Астон Вилла. Опять проспали. Опять оборона где-то там была, не там, где нужна. Крис Хёрт. Удар. 4-2. Шикарно разыгрываем. И теперь уже Эден Азар забивает. Да, моя тройка нападения вообще работает на ура. Очень хорошо, мне это очень радует. Сегодня опять забили и Депай, и Азар, и Неймар. Собственно говоря, даже в отсутствии травмированного Месси эта тройка продолжает дебошить. Да ёпти, ну. Вообще-то там фол был против Дехея, накладка. 4-3 Астон Вилла. 4-3, мы побеждаем Астон Виллу. В тяжелейшем бою, серьезно, очень тяжело было, но... 3 очка взяты и идем дальше. Я думаю, мы на этом сегодня остановимся. В следующей серии уже будем продолжать играть за Манчестер Юнайтед. В следующей серии у нас тоже будут, наверное, такие матчи в мини-обзоре. Но на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, ставьте группу, ставьте под видео. Все. Всем пока.